Друзья, всем привет! И совсем недавно на моем канале вы видели ролик о том, как я продаю свои товары. В этом ролике я рассказываю, какими сервисами я пользуюсь, насколько действен тот или иной метод, то есть, например, сайт, как продавать, как пользоваться таргетинговой рекламой и так далее. Все это вы можете посмотреть в одном из предыдущих роликов. И сегодня речь пойдет о том, как гарантированно продавать, ну, практически любой товар, с небольшими ограничениями. Например, если брать вот эти наши бокс-спринги, да, эти товары для гостиницы, он очень громоздкий, большой, то, скорее всего, наверное, такой товар не получится продавать тем методом, о котором я сегодня хочу рассказать. Ну и давайте поподробнее. Значит, сразу хочу в начале ролика вам сказать одну вещь. Для того, чтобы продавать тем способом, о котором я сейчас расскажу, нужно только одно условие. Ваш товар и вы сами, как предприниматель, как ИП, должны быть полностью легализованы. То есть у вас должно быть официально открытое ИП. Если это продукты, те, которые у нас мы продаем, это мясо, орехи, на него должны быть абсолютно все документы. То есть если это мясо, это должно быть зарегистрировано в Меркурии, должно быть ТУ, ППК и должны быть декларации соответствия. Если это товары народного потребления, которые не требуют обязательной сертификации, и опять же, есть у меня на канале ролик о том, как продавать легально, ну, конкретно продукцию мясную, продуктовую. Что для этого нужно? Смотрите ролик, называется «Как легально». Что же это за метод? На самом деле все до неприличия просто. Каждый из вас наверняка, тем более в условиях нашей пандемии, которая с нами уже прописалась в нашей жизни и живет, появились маркетплейсы. Все вы знаете такие маркетплейсы, как Wildberries, как Озон, Беру. И, как оказалось, их достаточно много, в том числе там СДЭКи, Сбермаркеты, доставки и так далее. Я вам скажу честно свое мнение, когда еще до известных событий, до марта 2020 года, когда у нас еще не было пандемии, я когда увидел эти Wildberries и фуры, катающиеся по Краснодару, думаю, елки-палки, кто это будет вообще покупать? Зачем люди вкладывают столько бабок, вкладывают денег столько в офисы? И, кстати, продаются эти сейчас куча франшиз. Я реально во все это, вот глядя со стороны, как бы не сталкиваясь с этим, я не верил, что это вообще будет работать. Но я так думаю, что некоторые люди, это мое чисто субъективное мнение, наверное, догадывались или предполагали, что будет такая ситуация или аналогичная той, которая у нас на рынке, что несколько месяцев люди проведут, скажем так, в заточении, сидя дома, и будут вынуждены пользоваться этими маркетплейсами. Я вам хочу сказать, за последнее время со мной связывалось, блин, ну не знаю, ну 10 человек, наверное, точно, и предлагали, слушай, давай мы там займемся твоим товаром. Я даже встречался с одними или с двумя людьми, не помню, по-моему, с одними подъезжали ребята, но чисто тупо перекупы, которые вот в эту тему вовремя начали заходить, и я сейчас хочу сказать вам о том, что еще не поздно в нее заходить. Предлагали мне, давай мы разместимся на Wildberries, давай мы разместимся на Озоне. В чем прикол этого сервиса? Вы можете торговать как со своего склада, так вы можете торговать со склада Озон. То есть вы можете наделать кучу какого-то товара. И неважно, что вы производите. Тапочки, мясо, орехи, я не знаю, там перчатки, коврики, инвентарь для санузла, опять же мой гостиничный и так далее. Абсолютно, практически абсолютно неважно, какой товар вы производите. Единственное, я говорю, наверное, по-моему, по габаритным ограничениям, там есть какие-то по весовым, по габаритным параметрам есть ограничения для размещения этих товаров на маркетплейсе. И я уже сам пытался зарегистрироваться в этом Wildberries, уже в Озоне, пытался добавиться, но сразу скажу, сегодня никакой рекламы, это я исключительно рассказываю свой опыт. Я пытался зарегистрироваться, конечно, там нужны определенные навыки, и какие навыки, я думаю, расскажу в последующих роликах, если вам будет, опять же, интересна эта тема, этот ролик будет пользоваться популярностью среди вас, дорогие подписчики. Я расскажу потом, как подробно туда прикрепиться. И вот, наконец-таки, один из подписчиков наших, который живет в Санкт-Петербурге, который связался со мной изначально с той позиции, что он вообще хотел изначально купить франшизу по мясу. Я думаю, он сейчас нас смотрит, передаю привет Андрею, Санкт-Петербург. Вот. И он сначала хотел приобрести франшизу, а потом предложил. Да, человек, кстати, сам предприниматель, сам бизнесмен, сам занимается продажами запчастей корейских, южнокорейских. И он мне предложил, говорит, слушай, я занимаюсь запчастями, я их продаю через Wildberries и Озоны, а давай мы зарегистрируем твою продукцию. Ну, мы как-то так с человеком хорошо разговорились, интересно, человек грамотный, что немаловажно, занимается бизнесом, предложил, говорит, давай я зарегистрирую твою продукцию. И вот
он говорит о том, что есть сервисы, которые, ну, я их еще пока что не знаю, о том, что можно зайти в Озон и посмотреть, сколько того или иного товара продается на этом маркетплейсе. И он говорит, что вот этого нашего сыровяльного мяса в пакетиках, которое у нас уже очень хорошо продается, которое мы рассылаем и по странам СНГ, и по практически всей территории Российской Федерации, он говорит, что его продается чуть ли там не миллионами, в рублевом эквиваленте на миллионы. Ну, не чуть ли, а реально этого продается на миллионы. Ежедневно на Озоне порядка 180 тысяч заявок по всем товарам. То есть эти сервисы, эти маркетплейсы на сегодняшний день набирают колоссальные обороты. И я думаю, пока они еще в стадии раскручивания, в стадии развертывания, я уверен, что за ними будущее. Так же, как я был уверен, что будущее за новой денежной единицей, которая у меня там стоит. И, кстати, о которой я тоже снимал ролик. Если интересно, зайдите, посмотрите, кто не видел. Я думаю, что за этим будущее нужно туда как можно раньше войти. Перед Новым годом мне звонил человек, опять же, то ли из Москвы, то ли из Санкт-Петербурга, и предлагал делать наборы. То есть он мне предлагал приобретать у меня мясо сушеное. Он сам готов был разработать упаковку, готов был разработать регистрацию на этих на площадках маркетплейсов для того, чтобы продавать мое мясо. Мы с ним, не помню о чем-то, почему-то не договорились, но я понимал прекрасно, что мне посредники особо не нужны. Желательно, конечно, продавать напрямую. И вот сейчас мы с февраля выходим на маркетплейсы. И самая хорошая новость для всех вас, уважаемые подписчики, каждый из вас буквально за небольшую стоимость, это пакетик там будет стоить, ну, наверное, в районе до 100 рублей, я думаю, рублей 70, может быть, 100, еще точно ценообразование не знаю, но абсолютно каждый из вас гарантированно сможет приобретать мою продукцию. Вы сможете буквально с начала февраля, после того, как мы ее зарегистрируем, ну, где-то с середины февраля, вы сможете приобретать мою продукцию через Озон с доставочкой курьером, неважно в какой регион, каждый из вас может оценить то качество, которое я делаю. Друзья, каждый из вас сможет вот такой кусочек мяса в прямом смысле купить за адекватную его стоимость, без учетов каких-то бешеных доставок на Озоне, на Вайлдберрисе. Ну, сейчас пока мы будем регистрироваться в первую очередь на Озоне, так как это самый популярный, на мой взгляд, маркетплейс. И самая цель, которой мы будем идти по маркетплейсам, это регистрация на Амазоне. Посмотрим, получится у нас это или нет. И хотелось бы мне сказать по поводу этого мяса. Перед Новым годом был розыгрыш, посвященный нашему юбилею, 50 тысяч подписчиков. Я хотел разыграть и разыграл 10 кусков мяса. И один все-таки победил, очень долго никто не отзывался, и один победитель все-таки отозвался, по-моему, с Воронежа. Я отправил ему кусочек мяса, человек получил. Из этих 10 победителей, список которых был опубликован кем-то, одним из вас, из подписчиков, под этим роликом, в смысле, по тем роликам, под которым, по-моему, был розыгрыш. И все-таки один отозвался, написал мне в Телеграм, скинул ссылочку, что да, это действительно он. И один кусочек мяса я отправил. А второй кусочек мяса я отправил одному человеку, который, когда его получит, кстати, на Украину или в Украину, не знаю, как правильно, может быть, поправьте меня. Я обычно говорю на Украину, кто-то говорит в Украину. И отправил я один кусочек в город Славянск. Это бывший ДНР, я так понимаю, сейчас это нынешняя Украина, я в эти политические схемы туда лезть не хочу, ну, в общем, тем не менее. И как только он его получит, отправил я туда человеку, за что? За то, что человек активно принимал участие в комментариях, в жизни и деятельности нашего канала. Друзья, вот на этой хорошей ноте я хотел бы, как обычно, всем пожелать крепкого сибирского здоровья, всем пока, смотрите дальше, впереди очень много интересного.